Благоустройство населенных пунктов, улучшение жизни людей, возможность жить в благоприятных условиях. Всем этим занимается Совет муниципальных образований уже 15 лет. Нам, к Совету муниципальных образований Брянской области, уже исполнилось 15 лет. И мы в этом году отмечаем такой небольшой маленький юбилей. Практически во всех школах 21 апреля провели урок местного самоуправления, где учащимся объяснили значение ассоциации муниципалитетов и что же такое в общем смысле местное самоуправление. Мы им рассказали о тех программах, которые у нас существуют, о том, что мы делаем, о том, как можно создать территориальное общественное самоуправление, как можно войти, стать членом ТОСа и как на своей территории решать определенные инфраструктурные проблемы. Ассоциация, конечно, играет очень большую роль в жизни нашего субъекта, потому что ассоциация становится инициатором очень многого рода дел, и под непосредственным наблюдением и под эгидой ассоциации проходит такое важное мероприятие, как инициативное бюджетирование. Мы работаем, мы совершенствуем, мы учимся. Безусловно, сегодня, если взять местное самоуправление, это прежде всего управление людей, когда мы при определенных позициях, финансовых возможностях. Люди решают те проблемы животрепещущие, которые у них сегодня есть на их территориях. Я считаю, что за 15 лет сделано очень многое, но предстоит еще гораздо больше. Значимость муниципалитетов крайне велика, потому что практически это прямая непосредственная связь с населением, решение тех и других задач, проблем. Значит, и, конечно, это огромная доля ответственности. Чистый город, благоприятные условия для жизни и многое другое – все это их работа. Основные цели за 15 лет достигнуты, намечены новые, которые при взаимодействии со всеми ветвями власти обязательно будут реализованы. Екатерина Пенько, Игорь Винничук, «События Брянск».